Добро пожаловать. Что будем заказывать? Думаю, стоит пропустить стаканчик перед завтраком. Я больше ничего не буду покупать здесь. Отлично. Тебе бы стоило посетить дерматолога, парень. Ну да ладно. А вам, наверное, тоже нужна какая-нибудь жратва, а? Господи, да что же вы сюда все претесь-то, а? Обед номер два, пожалуйста. Конечно, крысиное дерьмо. Добавить вам сыр в этот блядский сэндвич, а? Я сейчас вызову полицию. Нет, спасибо. А может, вы хотите еще бесплатную улыбку, а, мать вашу? Блядь, улыбнуться вам, а? Я все понял. Вы покупаете говядину в Англии. Я сожру твои сраные мозги. Получай, ущербная зараза. Вот так. Дьявол, оно не дохнет. Мама! Вот тебе бешеный гниющий дерьмоед. Эй, мужик, их головы! Нужно разносить им бошки! Ты прав, дело в их головах! Ха-ха-ха!